Простите, а вы не могли бы не говорить Бернадетт, как феерически я завалила это собеседование? Она очень сильно расстроится, а если честно, я ее немного попаю. Погодите, что? Вы боитесь Бернадетт? Ну да, вроде того. А я думал, я один такой! Понимаете, все думают, что она такая милашка с этим ее писклявым голоском. Вот-вот, а на самом деле она как танк. Именно, именно, да. Я вообще не хотел назначать вам встречу, но, знаете, побоялся ее как-то.